Приветствую вас. Я думаю, что вам очень больно сейчас. Я думаю, что у вас много злости, у вас много агрессии, много обиды. Вот. И я думаю, что об этом вы отчаянно нуждаетесь сейчас в помощи, в поддержке. Вот, просто в том, чтобы прожить то, что с вами происходит. Но в то же время я не думаю, что мы можем давать комментарии по поводу ответа другого эксперта на сайте. Вот. Я думаю, что это было бы неэтично. Вот. Если у вас как-то вот есть такое, ну, если у вас есть претензия к эксперту, вот, вы можете подать на него жалобу, вот, вы можете потребовать вернуть деньги, если вы оплачивали услугу, вот, вот, и заручиться поддержкой психолога. Вот. Из раздела, собственно, психология. Вот. То есть психологи не могут разъяснять ответ эксперта эзотерики. Не могут. Вот. Дальше. Говорение правды. Спрашиваете вы. Грязь ли это? Ну, что такое правда? Для вас одна правда. Для другого человека другая правда. Вот. Что такое правда? Мне кажется, что правда очень субъективная история. Если вы не переносите свое видение правды на других людей, но твердо стоите на своем видении правда. Я думаю, что все будет хорошо. Если же вы, собственно, стремитесь к тому, тяготеете к тому, что ваша правда является единственной, тогда это, пожалуй, проблема, потому что вы будете сталкиваться с тем, что эту правду другие люди не разделяют. Вот. А вот как-то так я мог бы вам ответить. Очень жаль, что оказались вы в такой ситуации, но вот вам можно и нужно помочь.
На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго.